Всем английского футбола, дамы и господа, FIFA прогноз продолжается. В студии, как обычно, мы, Роман Блинсков и Игорь Белоногов. Игорь, салют. Приветствую. Что за английский футбол у нас сегодня? Английский футбол у нас сегодня Тоттенхэм против Ливерпуля. Лидеры играют в турнирной таблице. Тоттенхэм что-то пониже, но я посмотрел, у них матчи на 3 сыграны меньше, чем у всех остальных, поэтому сейчас нужно, наверное... Наверстывать упущение. Наверстывать, да, но соперник не самый, наверное, комфортный для того, чтобы наверстывать. Да. Все-таки. Я больше всего надеюсь, что у нас этот матч... Получится так же, как и предыдущий. Типа, Реал Атлетико прям максимально точный прогноз. Только с временем второго гола мы ошиблись. Да. У нас он был в конце второго тайма, а там на 57-й минуте. С первым мы более-менее угадали. У нас, по-моему, это было на 11-й, да? Да. Забили на 9-й. Ну, что-то такое, да. Ну, в общем, уже, видишь, на какой уровень вышли. Ну, уже просто до минут почти угадали. Так что обязательно надо смотреть. Ребята, если хотите бабки поднимать, то смотрим. Давай по коэффициентам. Что у нас там? Давай по коэффициентам. По коэффициентам. Ну, логично, Ливерпуль явный фаворит. В среднем, несмотря, наверное, на то, что в гостях. Да, 1,6 на них дают. На Тоттенхэм вот хороший коэффициент на самом деле. 5,45, да. 5 ровно, 4,90. Что же, интересные коэффициенты. Очень интересно. На ничью тоже неплохо. 4-4. Ну, если скорее округлить. Всего, в прошлом матче же у нас также было вроде бы, да, на Атлетико вообще там давали. Там идентично огромные... же было с победой Атлетико, да, да, и с ничью, и вообще одинаково. Здесь все-таки больше верят в ничью, нежели победу Тоттенхэма. Ну, будем проверять. Да. Поехали проверять. 18-й тур английской премьер-лиги. Тоттенхэм, Ливерпуль. Ну, у нас опять дождик, но здесь уже оправдано. Да, Британия как-никак. Так, я сразу, наверное, с обороны начну. Тоттенхэм как-никак. А мы сразу попробуем вперед бежать. Ливерпуль как-никак. Да, пожалуйста, я тебе мяч протолкну. А зачем ты подкат делаешь? Я как бы навес, там вроде бы мяч-то им контролировался. Что за прикол? Видимо, уже нет. Видимо, на секунду контроль потерян. Ну-ка, длинная передачка. Оп, хорошо, и ударить, нормально. Нет. Спокойно. Алисон, да. Давай, тереби там ручкой. Сейчас бы быстрый гол забить и уже сидеть, кайфовать там. Выносить. Да куда вы отдаете этот мяч-то? Вот, отлично, давай, пошли вперед. Так, нормально, Тоттенхэм начинает. Это вот... Ван Диджикей! Опа! Опа! Ой, хорош! И добить! Отскокочная. Доигрываем. Дамы и господа. Доигрываем момент. Че встал? Давай, иди! Отнять! Да, у меня сейчас голова закрутится, плохо становится. Да ё-моё! От этих тики-токов. Какой нервный момент. Опасный, близкий от ворота сейчас сыграл. Да чё уже? После вот того момента мне уже ничего не страшно. Я это пережил. Да. Я прошел тут Тоттенхэмскую войну. Я желаю всем футболистам пройти. Имя уголью риса, о чем будешь говорить. Галкипер. А дальше нет. Ну, так ну. Что-то... Салах. О, оборона. Салах, хорош. Которому можно говорить ту фразу, которую говорила та женщина в Кандибобере. 0-1, что поделать. Ага, что-то, Мане, вообще, взрывайся. Вообще толку нет от того, что Тоттенхэм в защитном играет. Опа, и дальний. Хорош. Ах. Пойдет, ладно. Угловой. И угловой. Давай. Вот так. Навес штрафную. Выноси. И побежали. О, Александр Дегтярев, британской сборки. И вот вижу. Так, плохо. Тори тоже нормальные стеночки. На банковском счете сейчас у него тоже все в порядке будет. Новогодний тренер. 13-я зарплата Спартака. Делай! Что-то я как-то слишком высоко Эдерсоном решил сыграть. А я что-то слишком опрометчиво решил этим воспользоваться. Ну вот может акции Лукойла купит себе Витория. Еще момент, дай. Ох. Сейчас хорошо, под концовку. А, это Алисон? Малек.
Давай еще один угловой. И пойдем на перерыв. Сближение разыгрывать не умею, давай так. Выносим. Судья, свисти! Ну не, свисти. Все, вот теперь свисти. Фу. Очень интересный первый тайм. Вообще отлично. Александр Дегтярев нас тут встретил. Угу. Ожидаемые голы равны практически 1-2, 1-3. По владению у тебя оказывается больше, и по ударам больше. Очень сильно больше, причем по владению. Я вообще не понял, откуда. Да. Хотя я частенько был у тебя. Вот именно, да. А я включил столько на концовку. Посмотрим. Давай, давай. Ну, как бы вот у меня вот больше всего в твоей штрафной. Пацаны вообще скоро выдохнутся, по-моему, с такими забегами. Понятно. Ладно, пойдем смотреть, выдохнутся или нет во втором тайме. Че, понеслась. Что-то защитный мне не нравится, стиль, надо уж, наверное, откатываться. Первый тайм выстояли, сейчас можно и это уже начинать что-нибудь такое придумывать. Вот, например, тоже неплохо. Да играть! Вырывай там с ногами все вместе, с мясом прям. Беги! Вижу, касание! Давай! О, Алисон, отлично! Ох, а мяч-то остался. Ага, так, выиграй, красава. Так, пока поджали, надо, блин, пользоваться уже. Так, парни, нас поджали, надо выходить из этой ситуации. Ага. Отнять. Хорош. Да ну, Фермино, ну ё-моё. Так, что-то я начал придумывать. Вижу. Ну-ка, сам можешь все. Ну-ну-ну-ну-не-не-не-не-не. Добить! Отлично! Вот это хорошее было прям. Да. С отскока, прям на ногу, прямо в духе фифы. Да. Не, нормально. 1-0, Садио Мане. Так, а что защитный пас? Надо убирать, уже защитный получается. Пошли атаковать. Далто выкидывал. Беги! А так тебе целый коридор тут открывается. Офсайд. Коэффициенты. Коэффициенты. Ну, сквозь твоего игрока прошел. Ну-ка. А, догонишь? Да, пожалуйста, возьмите, конечно. А вот это не догонит. То есть передачу через всю поле, это без проблем. О. А, мяча побежал. А-та-та-та-та-та-та-та, вот так вот, и давай, ну, опа, и, ну, догони, время-то еще есть, можно разыграть. А, все? А, нет, а, ну, все, понятно. А вот теперь все. Ой-ой-ой-ой-ой. Хоть и счет 1-0, но мне этот матч понравился. Очень огненный матч, типа, а-ля 4-4, что-нибудь должно было быть. Ну, а так опять у нас счет, по-моему, более-менее за правду. Да. Ну вот по статистике, конечно, не верю я, что Тоттенхэм так будет по владению вести и по ударам, а в остальном, да, вполне себе реально. Итак, счет в матче 1-0, 18-й тур Премьер-лиги. Ливерпуль в гостях одерживает победу над Тоттенхэмом, и как мы поняли, это правдивый счет. Абсолютно правдивый, борьба была шикарная, моментов было полно, то есть 1-0 это еще так, легко мы отделались. Ну а так фаворит, да, на втором же месте Ливерпуль, так что... Вполне себе логично. Но, глядя по коэффициентам, особенно на коэффициенты на Тоттенхэм, все-таки, мне кажется, тут должно быть 2-0. Ну, наверное, да, победа поувереннее все-таки будет, мне кажется, в реальной жизни. Ну, а так, я с нашим с тобой прогнозом согласен полностью. Победа Ливерпуль. А вот ставить уже на этот прогноз или нет, это, конечно же, ваше право, но обращайте внимание на предыдущие выпуски за этот год, ну, как бы уже вот. Все, скоро Новый год у нас. Вроде бы у нас процент довольно-таки большой. Очень хороший. Где-то, ну, 75% выигрышных точно есть. Да. Так а не считать. А что мы сами не ставим? Мы же делимся с вами, да. Нам-то зачем? У нас все есть. Да. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Что же, вот такой результат у нас. Верить или нет, ваше право. Увидимся.